Предприятия горно-металлургического комплекса станут безопаснее для окружающей среды. Их переход на европейские экологические стандарты был предусмотрен соглашением об ассоциации с ЕС. Накануне металлурги представили два крупнейших проекта, цель которых – сокращение вредных выбросов в атмосферу и определение квот по выбросам парниковых газов. Отрасль горно-металлургическая инициировала создание национального плана сокращения выбросов. Этот план будет предусматривать реальный план перехода украинских предприятий на стандарты европейские. Именно «Укрметаллургпром» будет представлять предприятия отрасли в процессе экологической модернизации. Сознаются, задача не из простых, так как большинство коксохимических, горнорудных и металлургических предприятий построены еще в Советском Союзе, а значит, требуют полного переоснащения и многомиллиардных вложений. По нашим оценкам, только наши предприятия, горно-металлургические, для перехода на европейские стандарты требуют инвестиций в размере более 300 миллионов долларов. Не скрывают, это много, особенно учитывая кризис, который переживает горно-металлургическая отрасль из-за рекордного падения цен на продукцию. Металлурги надеются на помощь государства, вспоминают, как это было в начале 90-х. На заре как бы независимости Украины, когда часть экологического налога, который платили украинские предприятия, а это сотни миллионов гривен. Часть из этого налога возвращалась в дальнейшем предприятиям на реализацию экологических мероприятий. Финансовых обязательств промышленники с себя не снимают, но надеются на поддержку государства, которое должно разработать дорожную карту, план движения металлургов от стандартов, которые есть сейчас, к стандартам, которые использует Европа. Для достижения новых целей нужен переходный период, говорят металлурги. До конца 2017 года должна быть принята нормативно-правовая база по внедрению положений директив. Это абсолютно новые подходы к контролю и к сокращению промышленных выбросов. Второе – это новые правила выдачи разрешений. Правда, процесс полного перехода на европейские экостандарты займет от 5 до 15 лет. При этом количество вредных выбросов, уверяют эксперты, сократится в 2-2,5 раза. Дмитрий Злачевский, Алла Чиж, Игорь Захаров, Киев, ТВ5.